На самом деле спектакль же, он не совсем, не столько про любовь, сколько про вранье. Вообще про то, как мужики врут женщинам. Вот поэтому, дорогие женщины, если хотите в очередной раз узнать, как мы вам врем, приходите на спектакль. У нас люди привыкли, что в театре в основном показывают как или «Вишневый сад», или «Бесприданницу», или, ну не знаю, или на худой конец какую-то французскую комедию середины прошлого века показывают. В нашем случае это современный спектакль, написанный в позапрошлом году. То есть это очень современная пьеса, в которой играют современные люди. Там очень современные темы. Поэтому вот я рекомендую тем людям, которые уверены, что театр это старо и неинтересно. Нет, театр это живо и современно. И зазвичай глядачам цікаво, чи трапляються якісь курйозні ситуації на сцені. Чи мільйон, забували текст? І, можливо, якась найсмішніша була, якась найдивніша, коли було важко викрутитися з того, от що у нас на сцене стоит порядка там 6-7 бутылок, якобы с каким-то спиртным. Спиртное, ну там в основном какой-то подкрашенный чай, или там, ну, в зависимости от какой напиток нужно было изобразить. И иногда наш реквизитор иногда делает нам сюрпризы. Вот, иногда оставляет какой-то оставляет оригинальный напиток. И это всегда очень интересно смотреть в глаза твоему партнеру, когда вы на сцене, можно, вот он на сцене, да, и он, как всегда, по привычке хватает бутылку. Хороший чай. И дальше он ее не выпускает уже из руки, уже ходит с ней. Извини, пожалуйста. Да, поэтому это всегда интересно смотреть. И дальше, а потом лотерея, когда после второго, там, третьего такого случая, значит, актеры уже понимают, что где-то какая-то, значит, 6 бутылок или 7. И дальше начинается во время разговора: да-да-да, слушаю, не так. Да, следующий. Вяло поддерживая диалог с партнером. Да-да-да, подожди. Вот такие вещи, это, конечно, каждый раз происходит, потому что у нас команда очень команда импровизаторов. То есть я, там, Женя и Сережа из команды «Уездный город», Маша. Все любят импровизировать. И поэтому, ну, просто хлебом не корми, дай что-нибудь подбросить партнеру на сцене, что-нибудь такое, а ну как он отреагирует. Ну, обычно хорошо. Тобто, однакових спектаклів в принципі не може бути. Ні, не буває. Ми кожен раз допридумуємо. А от взагалі є якась мрія, можливо, зіграти от когось, ну, от, ну, в майбутньому, можливо, якась така роль, от прямо хочу-хочу. Тобто, веселий та добрий, може, вже наконец-то кого-нибудь маньяка-убийцю. Ні, то, звісно, Гамлет. Плох тот актер, который не хочет быть Гамлетом. Я уже ожидал Офелию. Нет, я хочу сыграть... Да, вот ты угадал. Я хочу сыграть Гамлета женщину. Вот я... Гамлет женщина. И вообще совсем другая история абсолютно. Он все время плачет, все время закатывает истерики, все время вот такое. Но он никого не убивает. Весь первый акт выбирает платье. Да, да, да. Вот такое. Это очень даже мысль.